хрень, не твой диплом это. Это? Не для тебя диплом такой. Вячеслав, в любом случае, альхамдулилля, сегодня так. То, что нам суждено, нас не уйдет. Это жизнь такая, сегодня да, да. Поздравляю, проиграем души. Мы, завтра проиграем они. Иншалла, будешь чемпион. Вот я вижу, у тебя ухо в крови. Это сейчас или это мелочь. Вчера во время борьбы что-то беспокоило? Ты за глаза часто хватался? Ну это так, тычок был в глаз, поэтому, а так ничего не беспокоило. Все, чувствовал себя хорошо. Так сказать, был не мой день. Будем готовиться. Конкретно вот если в техническом плане оценить, что не получалось именно в приемах, или может быть неправильно распределил силы? Может, схватку не поставил не так, наверное. Может, не подошел. Наверное, в схватке как-то не так подошел, может, поэтому тактически. Сейчас над чем будешь работать по приезду домой? Работать, посмотрим сейчас, домой придем, посмотрим схватку, чего не хватило, над ошибками поработаем, остальное посмотрим. У меня в жизни много случаев было таких, когда проигрывал. На этом, конечно, останавливаться не бывает. Будем дальше работать, дальше тренироваться. Тем более, так как ты за рулем ездишь, ты очень быстро стартуешь. Итак, уважаемые друзья, мы ведем прямой репортаж с трассы Аделаида, гоночная серия Формула-1. Кими Райконен выходит на второй штрафной круг, обходит одного за другим, но обязательно нужно будет заехать в боксы для того, чтобы сменить резину. Пит-стоп просто необходим, как вы считаете? Пит-стоп, заезжаем второму категорию. А пока Кими Райконен заехал в боксы, в лидеры выходит Ахмед Усманов. И что же теперь делать Льюису Хэмилтону, который так долго провел в лазарете? Ничего не остается, кроме как... Впереди камера на разведку. Ахмед Усманов просто недосягаем. Не только на ковре, а и на трассе тоже. Вот этот поворот, на этом вираже не стоит так делать, ни в коем случае. Сиу! Чисто ты лучше. Нет, я не делаю. Сейчас нарушат на чистоту. Не доводи его, Слава, не доводи его. Если заведется, он не глухнет, не автомобиль, а он такой автомобиль. Ну, такая машина, которая... Не будет лихо покатить. Да, если заведешь, он не глохнет. Если заглох, то не заводится. Ахмад Илькия. Мне кажется, что здесь тоже не пройдет и месяца, как ты уже стартанешь далеко. Надеемся. Если было бы так легко, как на машине, я думаю, я бы не проиграл. Уже на финише был бы, да? Да. У брата не могу не поинтересоваться. Я помню, после поражения Ахмеда на ПВЛ-6, вы сказали, что вы знаете уже, над чем ему надо работать. А вот здесь, после третьего места, хотя все ожидали первого на Ергинском турнире, над чем будете работать уже по приезду домой? То же самое, как я и говорил, у него вот... Проблема всегда с функционалкой. Мне кажется, он здесь... Мы не успели ту форму набрать. Еще одного сбора нам не хватило. Это именно выносливость или же мощь? Именно выносливость. У него один минус здесь. Когда он устает, он не борется. Хотим мы этого или нет? Я за всю жизнь стараюсь это исключить. Но не получается. Вот когда он устает, он стоит. Мне кажется, вчера у него мало атак было. И поэтому он проиграл. Надо было все время атаковать, проходить, пробовать. Все время надо было, ну, вот на чемпионат России каким он был? Вот таким я не смог его сделать. Я думаю, нам просто одного сбора не хватило. Ну, а может быть, ему во время его поединков, особенно важных, прикреплять пластырем к уху наушник и через AirPods, чтобы вы там указания давали, мне кажется, ваш голос на него приободряющий будет. Ему я не нужен, когда он готов. Ему я не нужен. А когда он не готов, тут же, вот я вот, Залимхан, Махмуд, сзади будем стоять, вот втроем кричат, он не будет шевелиться. Спасибо. Вот так же, когда он готов, тоже я не нужен. Я когда в Каспийск приехал, я знал, что он готов. Когда я в Каспийск приехал, я ему слова не сказал. И он как боролся, вы же видели. Он там и... А здесь, сколько я кричал, орал, он не боролся. Поэтому мы будем идти, вот, будем идти, двигаться, на этом не будем останавливаться. Это очередной шаг назад, чтобы сделать два вперед, так что мы будем пахать, будем над его функционалкой работать. У него на 79, у него мышцы много, ему кислорода много надо, поэтому он должен быть как лошадь, как конь, да? Ох, вот этот ваш комментарий, ничего легкого не предвещает Ахмеду по приезду домой, я чувствую. Конечно, не предвещает. Я всегда такой человек. Не, со мной иногда спорит, я говорю, дай мне результат и что хочешь делай. Не, он со мной спорит и проигрывает, вот это меня бесит. Если он со мной спорил бы и выигрывал бы, я бы никаких претензий не имел бы. Ну, ты, говорит, умеешь, и выигрывать умеешь тогда, поэтому... Это обдумано на минималках, у него тоже, как у него, пощады не бывает.
говорил же Абдулманап Магомедович, что ты сначала сделай то, что я говорю. Если получится, вот тогда потом уже да, будешь говорить. Да, да, вот я ему тоже говорил. Я с Москвы ему каждый день звонил. Не работал. На последний сбор надеялся. Я ему говорю, ты на последний сбор надеешься? Говорю, ты не в форме. Вы же видели в Казахстане, как он отборолся. И он мне говорит, я говорю, на последний сбор. Ну да, он поработал. Хорошо, что не травмировался, хорошо, что не заболел. Но не хватило нам. Не хватило. Чуть-чуть функционалки не хватило. И когда он функционально мощен, когда он не устает, он просто атакует все время. Пока рядом такие братья, 100% рост будет непрерывным и стремительным. Не, конечно, это ему 27 лет всего лишь. Мы будем тренироваться, мы будем набирать на своих ошибках, будем учиться, что делать. Просто человек после каждой победы, после каждой большой победы у него как привычка, он отходит. Он не может, вот как сказать. Один вот, шаг назад. Да. Вот. Тоже, ну, в 16-м году, понятно, травма была там. В 20-м году, я не знаю, травмы ничего вроде не было. Ну, будем работать, будем идти, да, вот, как лидер, да, он должен был сейчас выиграть, должен был. Чемпион мира, он должен был закрепить за собой вот это первое место. Лидерство он должен был закрепить. Ну, как сказать. А может быть, дело еще и в весогонке? Может, нет, вот 86 подруг. У него практически он здесь даже не гонял. Вот я вам скажу, он сюда пришел, первый день пуш-пуш не делал, второй день он сделал пуш-пуш и пришел в гостиницу. Ну, мы пошли покушали, все дела, пришел, у него 400 грамм даже недовес был. Я не думаю, он просто, я же говорю, вот, единственный минус, я могу ошибаться, но я его знаю лучше, чем себя. Он функционально сегодня не готов. Он-то сейчас вот экран ты повернешь, он скажет, нет, я не устал. Он так скажет. Устал. Сейчас он специально. Не, он всегда со мной спорит. И я же знаю, он устал, он не дорабатывал. Вы же видели, он проходил и застревал. А как надо? Проходить, не получилось. Дальше идти за ногой, дальше за ним бегать. Он проходил и застревал там. А когда ты функционально можешь, ты идешь, добираешь. Прошел, не получилось, сразу на другой переходишь. А он как? Вот прошел боковой проход, застрял, встал. Прошел боковой проход, застрял, встал. Ну, видно же было, видно было. Он может любого обмануть, но не меня. Я думаю, что с таким доходчивым комментарием в любом случае это будет только на пользу. И любая остановка, она становится трамплином к будущим успехам. Иншалла. Мы будем радовать, мы будем тренироваться, мы будем пахать. Мы на этом не остановимся. Ждите.